Всем привет, меня зовут Антон Рештов, директор концертного агентства Big Booking. И сегодня прямо здесь, за моей спиной, буквально через 5 минут, стартует самый мощный концерт этого лета. Каждый год ни один выпускной и даже более того, ни одно городское крупное масштабное мероприятие не обходится без нашего участия. Каждый день моя креативная команда приносит какие-то безумные идеи. И часть из них мы оставляем на потом, потому что понимаем, что это еще там, может быть, не готова страна, народ, заказчики и так далее. А часть из них начинаем воплощать. Именно в этом году, например, концертное агентство наше открыло новое направление. Мы стали работать с молодежными артистами, с молодыми блогерами, с начинающими молодежными артистами, которые только-только стреляют одним хитом и дальше не понимают, что им делать в бизнесе, у них нет продюсеров, у них даже нет денег. И мы стали помогать развиваться, в общем-то, продвигать их и делать из них молодых звезд. Подбор, поиск артистов любых жанров, это и опера, танцоры, и вокальные, и кавер-бенды, и неизвестные артисты, и фокусники, оригинальный жанр, и какие-то уличные театры, как эти, например, за моей спиной, и звезды, топовые, и не только российские. И не только в Москве, не только по всей нашей стране, в любую точку мира мы можем привезти. У нас есть филиал уже открытый официально в Дубае, в Арабских Эмиратах. Официально с этого года, с этого лета работает филиал в Турции. Мы планировали открыть филиал в Италии и во Франции в этим летом, но, к сожалению, из-за пандемии во всем мире нам пришлось перенести, поэтому уже ближе к Новому году, наверное, уже, может быть, в начале следующего года будут открыты еще филиалы. Есть представители в Казахстане, в Белоруссии и в других странах и регионах, и мы очень тесно и плотно работаем, сотрудничаем с ними, возим туда разных артистов, не только звезд, повторюсь, не только топовых звезд и артистов, мы возим во все точки страны и во все точки нашего земного шара. И мы можем организовать любое мероприятие, от закрытого частного мероприятия на 10 человек где-нибудь дома или за городом вообще у человека, и заканчивая многотысячными мероприятиями в самой крупной площадке, олимпийские лужники, в общем-то, сотни тысяч человек, все это нам под силу. В чем разница между крупным, огромным мероприятием, нас десятки тысяч человек, и маленьким мероприятием, семейным буквально? Как вы считаете? Да, в общем-то, никакой разницы нет. Также генерируются идеи, также придумываются какие-то концепции, какие-то креативные мысли, какое-то наполнение, суть этого мероприятия, как оно будет выглядеть, как оно будет оформлено. Просто масштабы. Просто мы вот эту маленькую идею потом масштабируем на огромное мероприятие, нанимаем кучу людей в команде, более 1000 человек, которые делают это мероприятие, чтобы десятки тысяч отдыхали. Или в команде 2-3 человека, чтобы отдохнула семья. Никакой разницы, подход абсолютно одинаков. Главная идея. Главная – это идея. И из этой идеи надо сделать шоу. Неважно, на одного или на сотни тысяч человек. Мы будем делать масштабные, самые крутые мероприятия для вас, друзья. Все для вас. С любовью. Нам доверяют звезды. Нам доверяют топовые клиенты и топовые заказчики. Нам доверяет власть. И это огромный повод, чтобы и вы нам доверяли.